Привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусный, необычный пирог с кабачками. Пирог по этому рецепту получается нежный, ароматный. За счет кабачка получается влажный и очень вкусный. Готовится легко и просто, ингредиенты все доступные. Первым делом очищаем кабачок от шкурки и натираем на крупной терке. В кабачок добавляем немного соли и перемешиваем. И оставляем постоять, чтобы кабачок отдал свой сок. В другую емкость кладем творог, добавляем к нему яйца, соль, сахар и манную крупу. И хорошо все перемешиваем. Добавляем разрыхлитель для теста и снова перемешиваем. Оставляем тесто в сторонке, а теперь займемся кабачком. Кабачок постоял и дал много сока. Вот так хорошенько руками кабачок отжимаем от сока. Добавляем кабачки в тесто и перемешиваем. Подготовим форму для пирога. Дно формы я застелила пекарской бумагой. Смазываем форму растительным маслом. Размер моей формы 22 см. Выливаем тесто в форму. Немного потрясем, чтобы тесто распределилось по форме. И отправляем пирог в духовку запекаться на 1 час при температуре 170 градусов. На готовность пирог проверяем деревянной палочкой. Готовый пирог немного остужаем, извлекаем из формы. Украшаем на свой вкус. Я посыпаю теплый пирог натертым черным шоколадом. Пирог получился настолько нежный, ароматный и очень вкусный. И никто не догадается, что в его составе есть кабачок. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.